зона пикников. Вон полынья с удочками. Вороны переместились туда поживиться. Хотя я им здесь вот расчистила пол стола и кинула кашку с мясом. Вот печальная вещь. На плакате из металла сквозные дырочки. Значит, тут точно кто-то стрелял из пневматики, и почти 100% та ворона, у которой крыло висит, она летает, в принципе, неплохо довольно. Просто набирает высоту гораздо медленнее, поэтому ее партнер, скорее всего, это ее, она самочка, и ее самец всегда с ней летает вместе. Они меня узнают. Короче, вот эта с перебитым крылом, и та, у которой нет половины клюва в нижней части, скорее всего, они подверглись обстрелу. Такой вот у нас удачи вот тут отдыхает. Делать нефиг. Папе я не людям. Деградировали в крови.